Сегодня пополнился список работодателей региона, которые обязуются оставить за мобилизованными сотрудниками рабочие места и среднюю заработную плату. Среди тех, кто только присоединился к соглашению, староскольские предприятия «Теплоэнерго», «Водоканалы» и «Центр экологической безопасности». Всего в регионе таких компаний на данный момент 20. Помимо этого, самозанятые и безработные, призванные в рамках частичной мобилизации, могут рассчитывать на дополнительную поддержку за счет бюджета области.